Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 4 декабря 2020 год, Севастополь. Находимся на проспекте генерала Острякова, недалеко от 5-го километра. Вот сам проспект. Машины, автобусы носятся. Там дальше торговый центр Симол. Это вот памятник летчикам. И вот такие здесь дома. Хорошие достаточно. Неплохой район. Можно сказать, центральный. Это, конечно, не центр Севастополя, но считается тоже как красная линия. Вот такие здесь дома. И, кстати, до Балаклавы минут 20 отсюда ехать. Есть 94-й автобус из центра и 9-й с 5-го километра. Сосны здесь растут. Годов, наверное, с 80-х их высадили примерно, может, раньше. Вот сам проспект генерала Острякова. Там за этими домами больничный комплекс, детский, родильный дом. Туда 5-й километр Балаклавского шоссе. А это остановка больничный комплекс. Если в ту сторону прямо ехать, то там центр города. Ну что же, всем отличного настроения. Поехали! Вот такие троллейбусы ходят по Севастополю, современные. Путь.